На Арктик ТВ. Время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. В Мурманской области началась подготовка строительства мультимодального порта для перевалки белорусских грузов. Об этом на переговорах в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Головченко отметил, что Россия и Беларусь интенсивно взаимодействуют в транспортно-логистической сфере. Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов северо-западного региона. Задействуем маршруты международного коридора «Север-Юг», — рассказал он. Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это в первую очередь калины, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Сообщалось, что Беларусь рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области. Итоги выезда губернаторского контроля в Зато-Ведяево, запуск отделений движения первых, а также экопросвещение стали главными темами оперативного совещания в региональном правительстве. В этот раз оно состоялось под руководством первого заместителя главы области Оксаны Демченко. На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве обсудили итоги выезда губернаторского контроля в Зато-Ведяево и село Ура-Губа, во время которого ревизоры осмотрели около 50 объектов. Стоит отметить, что проверяющие приезжают в муниципалитеты без предупреждений. Во дворах на проезжей части и подъездах было выделено большое скопление воды и снега, что значительно затрудняет проход и проезд местным жителям. По проверке контейнерных площадок. Контейнерные площадки села Ура-Губа находятся в лежащем состоянии. В поселке Ведяево на контейнерных площадках обнаружено большое количество мусора, в том числе негабаритного. На повестке дня также стояли вопросы организации мероприятий, направленных на экопросвещение. Например, общегородские субботники не только делают уличные пространства чище, но и сплачивают соседей. Субботники, посадки деревьев, экскурсии, акции, лекции, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия. Всего в 2024 году у нас запланировано более 100 таких мероприятий, а также публикация более 140 статей. Немаловажную роль играет экологическое волонтерство. Обсудили участники совещания и итоги работы региональных отделений движения первых. Молодежная организация была создана в 2022 году и уже сегодня насчитывает 16 местных отделений. Цель обеспечения доступности, как вы видите, присутствует на территории всего региона, во всех 17 муниципальных образованиях. Помимо специалистов, региональный аппарат разделен на две части. Это областной центр город Мурманск и город Поляна-Изуре. Помимо этого, на оперативном совещании поздравили нового мирового судью со вступлением в должность. Оксана Жолнина 2 года будет работать в судебном участке номер 4 Октябрьского судебного района. К происшествиям в Кировске сотрудники регионального ФСБ задержали 2 девушек. Их подозревают в торговле запрещенными препаратами. По версии правоохранителей, предполагаемые нарушительницы закона перевозили и хранили почти 400 граммов метилоэфедрона. Что лежит там? Соли. Какие соли? Соли. Какие? Как обычные. Какие обычные что? Наркотики? Да. Следственным отделом Управления ФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 2 жительниц города Кировска по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Летчики-истребители Северного флота отработали боевые маневры в небе Заполярья. Одним из элементов стали полеты на воздушный бой в облаках. Предварительное наведение самолетов на цель осуществлялось с земли. Далее летчики работали с помощью бортовой авионики.
Полеты проходили в дневное, вечернее и ночное время в сложных метеоусловиях Крайнего Севера, что требует особого уровня подготовки. В учениях приняли участие и новобранцы. Используя боевые возможности самолета, они совершенствовали свои навыки в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолета условного противника. После выполнения полетных заданий истребители вернулись на аэродром постоянного базирования «Североморск-3». Также в ходе учебных тренировочных полетов мы выполняем фигуры пилотажа. Да, это сложный пилотаж для Нестерова. В Мурманске открыли центр военно-спортивной подготовки «Воин». Опытные инструкторы здесь будут обучать детей стрелять, оказывать первую помощь, управлять дронами и многое другое. В Мурманске состоялось открытие центра военно-спортивной подготовки. Опытные инструкторы, среди которых и участники спецоперации, будут обучать детей стрельбе, ориентированию на местности и ряду теоретических предметов. Например, Александр преподает управление дронами не только на симуляторе, но и в реальной жизни. Мы настроили, чтобы под различные задачи выполняли различные снаряды. То есть снаряд, который поражает боевую технику, есть который для пехоты. Также есть коптер, да, вот как мавики, да, например. Они идут со сбросами. То есть они не как камикадзе, они сбрасывают. Запускаем дрон. Смотрим. У нас возле колонны, например, есть. И также нам передала разведка, что у нас есть в окопах живая сила противника. И мы направляем по живой силе. Воспитанников центра «Воин» будут обучать так же, как и обучают военных, которым предстоит отправиться в зону СВО. Так детей учат реанимировать людей в боевых условиях. Это поможет не только в бою, но и в реальной жизни. Например, если человек упал замертво, ребенок сможет его откачать до приезда скорой помощи. Полученные знания помогут и в учебе. Успешно сданные экзамены в Центре военно-спортивной подготовки «Воин» прибавят 10 баллов к ЕГЭ для поступления в вузы. Это центр арктической подготовки, то есть он ориентирован на климатические условия именно нашего региона, на климатические условия Арктики. То есть он единственный в своем роде. И этим мы, конечно, также гордимся. Обучение в центре «Воин» будет проходить в два этапа. В течение учебного года ребят ждут трехмесячные курсы, а после еще 2-3 недели в летнем лагере. Поступить на такую военно-спортивную подготовку могут школьники и студенты от 14 лет через образовательные учреждения. Мы должны понимать, что еще в древние времена у нас существовала старшая дружина, младшая дружина. То есть, когда детей готовили к ратному служению заранее, то есть, ну, их подводили, то есть физически, морально. И сейчас мы столкнулись, что в тот период, когда патриотическое воспитание было не особенно в фаворе, мы столкнулись с тем провалом, который мы имеем на данный момент. И, собственно, это ответ на те вызовы, которые в современном мире существуют. Примечательно, что в центре «Воин» помимо будущих защитников поступили и девушки, которые хотят связать свою жизнь со службой в армии. Мне с самого детства была интересна тематика, я имела достаточно тесную связь с этим всем, и вот решила прийти посмотреть поближе. И вообще, хотелось бы, конечно, пойти в военную деятельность. Было бы славно. Медик, и на самом деле хотелось бы в ОМОН. В Мурманске центр военно-спортивной подготовки «Воин» будет работать в распределительном формате. В Лапландии детей будут обучать стрельбе, в легкоатлетическом манеже тренировать в спортивном зале. Также обучение будет проходить на базе Центра опережающей подготовки и в долине Уюта. На встречу своей мечте должен стремиться каждый человек. Отличным шансом проявить себя в деле для молодых специалистов становятся конкурсы профмастерства. К примеру, «Обилимпикс» уже в 9-й раз собирает школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья на своих площадках. И с каждым годом молодежь показывает все лучшие результаты. «Обилимпикс» стартовал в Мурманской области, как и по всей России, уже в 9-й раз. В этом году чемпионат объединил ребят с ОВЗ в 80 регионах страны. Участникам предстоит выполнить ряд задач, во время которых они проявят все свои таланты и навыки.
Обилимпикс – это не только конкурсы профессионального мастерства, это огромная экосистема, которая включает в себя большое количество сопутствующих мероприятий. Это обширная профориентационная работа, это различные культурные программы, спортивные мероприятия, большой цикл межчемпионатных мероприятий, которые проходят. И, конечно же, это вовлеченность все большего и большего количества участников. Мурманская область ежегодно присоединяется к конкурсу профмастерства. В этом году площадками для проведения регионального этапа стали 6 образовательных учреждений. А показать свои умения решили 194 человека. Одна из любимых компетенций у молодежи – IT-сфера. Но также ребята представляют технические направления – слесарное, автомеханическое, творческие – бисероплетение, резьбу по дереву и другие, медицинские, массажное и социальный уход. Есть очень большой спектр компетенции, связанные со сферой услуг. Это поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, ногтевой дизайн. Вот этот у нас первая в этом году впервые появилась компетенция. У нас в этом году 2 еще новых компетенции тоже связаны с пищевой отраслью, можно сказать. Это мастер по приготовлению пиццы и арт-декор пищевых продуктов. Многие из ребят участвуют в Обилимпиксе не в первый раз. Максимилиан Гримач стал победителем в 2022 году в компетенции «Инженерный дизайн CAD», заняв в финале конкурса в Москве 2-е место. В этом году он рассчитывает на 1-е. Чувствую радость, волнение было, когда был на соревнованиях уже в Москве. Выбрал свою компетенцию, на которую пойду учиться в будущем после школы. В Москве, да, тоже занял 2-е место. А некоторые ребята из участников со временем вырастают в экспертов. Так Вячеслав Земцовский в этом году впервые выступит в этой роли. Тот опыт и участие, как бы он дал мне возможность беспристрастно, объективно, ну, подходить к оценке конкурсантов. И я понимаю, поскольку был участником, чего им это стоило и каких результатов замечательных вот они могут достичь. И чего вот они достигли? Они демонстрируют это. Я очень рад, что вот у нас действительно талантливые ребята, очень. Каждый из ребят, сидящих в зале, уверен, что Обилимпикс – отличный старт для молодых специалистов. Кроме того, это хорошее место для поиска друзей и единомышленников. А самое главное, что конкурс профмастерства дает самим участникам проверить силы, поверить в себя и стимулирует двигаться только вперед. В культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открыли выставку живописи Максима Драницына. Экспозиция посвящена 50-летнему юбилею художника. В собрании областного художественного музея 20 произведений Максима Драницына. Знакомство с коллекцией позволяет увидеть развитие и творческий рост автора. Это время активного эксперимента с техникой, композицией, цветом, поиск индивидуального стиля и выразительного языка. Хочется сказать, конечно, огромное спасибо художественному музею. За эти годы они собрали потрясающую коллекцию работ Максима. И, ну, что мы, собственно, сегодня можем видеть. Это работы в разных жанрах, работы разных периодов. Очень приятно, что даже когда художник находится на расстоянии, мы можем погрузиться в его творчество настолько полноценно. Особое место в творчестве живописца занимает натюрморт. Именно он, по словам Драницына, привлекает возможностью манипулировать формой, фактурой, цветом. Но среди выставленных работ хватает и портретов, и пейзажей. Самое первое появление Максима на выставках, оно произвело очень сильное впечатление, потому что это была точка росы. И он долгие годы был такой звездой этой выставки, потому что потом уже, когда он приближался к возрасту, когда уже очень долго выходил из-за молодежи, мы говорили о том, что, может, ты не будешь уже участвовать, потому что ты перекрывал все, и первые места были только у Максима. Но вы видите, что действительно в этом художнике есть такой стержень жажды найти свой почерк, найти разные вот эти сюжеты. И это не просто елка, а фрагмент елки, который завораживает каждого человека, который приближается к новогодней елке. Выставка будет работать до 12 мая в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске. Фестиваль «Наводнение» состоялся. За свою 24-летнюю историю в конкурсе приняло участие более 500 дизайнеров и модельеров. Для них такое событие, безусловно, хороший старт для построения карьеры в сфере моды, а также площадка для самореализации и обмена опытом с коллегами. Творческие коллективы победителей фестиваля были отмечены дипломами, ценными подарками, творческими стажировками у ведущих дизайнеров. «Наводнение» впервые увидело свет в 2000 году. И до сих пор фестиваль для молодых художников, модельеров и дизайнеров одежды остается актуальным. В этом году в событии приняли участие более 300 человек из Мурманска, Мурманской области,
а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Площадкой традиционно выступил областной художественный музей. Особенность этого фестиваля, когда он ставил, конечно, сначала цели привлечь внимание к такому роду деятельности молодежи, сейчас это, конечно, уже такая стартовая площадка профессиональная. Но еще самое интересное, что он популярен не только у участников, те, которые занимаются модой, историей моды, а как раз он очень популярен и у публики, потому что вот это ощущение радости, творчества, молодежи, красоты вот этой абсолютно захватывает зрителей. Конкурс проходил 2 дня. В первый состоялись конкурсные показы всех коллекций, а уже во второй были показаны лучшие из них. Также определены дипломанты фестиваля и абсолютный его победитель. По словам членов жюри, визуальная красота того или иного предмета одежды – это еще не все, что нужно для победы. Например, крайне важно качество материала, его подача. Прежде всего, конечно же, это стилевое решение, художественное оформление коллекции, образ должен быть потребителя представлен в коллекции и, конечно же, важно, как отработана коллекция конструктивно, какие использованы конструктивные элементы и как отшито, качество тоже важно, костюмчик должен сидеть, как говорил Слава Зайцев, незабвенный. В этом году в «Намоднении» появилась и новая номинация с таким уже знакомым для нас лейтмотивом «На севере шить», участие в которой могут принимать дизайнеры и художники старше 35 лет. А в гримерке в это время царило настоящее волнение и воодушевление. Модели порхали как птички по помещению, пока дизайнеры, парикмахеры и визажисты создавали тот самый образ для подиума. Моя новая коллекция – это история о утренней заре, вот, о утренней дымке, которая возникает во время над озерами как раз, вот, о туманности. И передает как раз легкость красоты девушки, вот именно как утренней зари, вот такой туманный. В основном у меня юбки, платья, комбинезоны, но везде самым важным атрибутом являются легкие летящие ткани, шифон, платки из них, которые развиваются и создают эффект дымки. Наша коллекция называется «Второй эшелон». Ну, все мы знаем, какие у нас сейчас в стране происходят события, да. То есть мы немножечко взяли немножко основу военной тематики и сделали коллекцию милитари, ну, свою. То есть детская, она спортивная. И любая модель, она гармонирует. То есть это можно менять и создавать новые луки. Девочки у меня и придумывают тоже со мной вместе. То есть это не моя только идея, да, то есть они что свои какие-то идеи вносят. И, естественно, они помогают мне шить, потому что без них я бы не справилась, и они без меня тоже. По итогам конкурса будущие дизайнеры из МАУ стали обладателями заветного гран-при. Они представят Мурманскую область на международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Мария Рябенкова, Евгений Бугрецов, Арктик ТВ. Праздник Севера завершен. Официальная церемония закрытия Полярной Олимпиады была яркой, красочной, масштабной. Праздник Севера ежегодно объединяет тысячи спортсменов и болельщиков вне зависимости от уровня подготовки, возраста и места проживания. Этот спортивный марафон не зря также называют Полярной Олимпиадой, ведь он включает в себя более 40 соревнований. Мы рассчитываем, конечно, что благодаря празднику Севера, в котором приняли участие 7 стран, 69 субъектов Российской Федерации, все-таки вот это чувство единения, вне зависимости от места жительства, от возраста, опыта, оно будет всегда привлекать к нам. К нам будут приезжать все больше и больше участников. Праздник Севера будет становиться все ярче и ярче.
Церемония закрытия праздника Севера была торжественной и масштабной. В первую очередь на сцене наградили абсолютных чемпионов Полярной Олимпиады по лыжным гонкам. Этими счастливчиками стали мурманчанин Дмитрий Меньшаков и Анастасия Власова из Мончегорска. Ваши овации нашим абсолютным чемпионам! Почетная миссия досталась им – унести один из символов большого мероприятия – флаг праздника Севера. Именно он был поднят 17 марта на стадионе профсоюза и гордо реял над городом. Одним из сюрпризов церемонии закрытия стало появление популярного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ему досталась не менее ответственная миссия. В качестве ведущего он представил на сцене и сообщил о завершении карьеры звезды мирового биатлона Екатерины Юрловой-Перхт. Дважды мама, великая спортсменка и еще и поэтесса. И вот эти замечательные строчки от Екатерины Юрловой-Перхт. Мне бы однажды собраться, понять судьбоносные знаки, почувствовать жизнь на грани ее самой главной атаки и отступить не жалея, не поддаваясь сомнениям, чтобы хотя бы на время чьим-то стать вдохновением. Удивительные слова! Катя, спасибо! Именно эта легендарная биатлонистка была удостоена зажечь и унести факел Полярной Олимпиады. На севере жить, восторгаться! И мы говорим Кате Юрловой огромное спасибо! Символично, что в завершении своей спортивной карьеры именно Катя уносит огонь праздника Севера с собой. Ведь это финишная черта, старт для нового забега. Давайте все вместе, Мурманск, спасибо! Церемония закрытия праздника Севера состоялась. Но финальным состязанием станут соревнования по фристайлу. Их проведут в Кировске с 22 по 25 апреля. Отметим, что в следующем году Полярная Олимпиада будет особенной, юбилейной. Мы встретим 90-й праздник Севера и 51-й лыжный марафон. Только 5 дней с 17 по 21 апреля в Полярных Зорях состоится норвежская выставка весенней демисезонной верхней одежды от компании Orsa Group. Коллекции от скандинавских брендов представлены из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродается со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках. Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие магазины европейские закрываются. Наша компания Orsa Group, она выкупает товарный остаток с этих магазинов, так как сами понимаете, что им товар девать некуда. На складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? То есть это отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродает его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. Сейчас размеры от 38 до 74 размера включительно, как на демисезон, так и на зиму. Да, из новинок у нас это облегченные кожаные куртки, натуральная телячья кожа, она обработана полифит маслами, не промокает, не продувает. Внутри подкладка полностью шелк. Мне будет комфортно, тело будет дышать. Также облегченные штормовки и ветровки. Это немецкая фирма Caprice. Идет полностью авиационный нейлон. Она не промокает. Внутри подкладка – это хлопок. Также тело будет дышать в ней. В разных расцветках, да и фасонах. Есть подлиннее, есть покороче. Также представлены финские и греческие дубленки. Их преимущество в том, что они двухсторонние. Подходят на температуры минус 10, плюс 10 градусов. Сверху идет тафтинг-овчина. Это хлопковая замша. Она обработана лазером, не промокает, не продувается. Внутри полностью шерсть мерина. Купила куртку, очень довольная, красивая, теплая. Куртку мы купили мне и мужу, мы довольны оба. Теплые, красивые, удобные, вообще просто очень хорошо. Только с 17 по 21 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Полярных Зорях по адресу улица Строителей 2А. В бывшем магазине «Магнит» ориентир воздушные шары. И на этом у нас все. Больше новостей на сайте arctic-tv.rf и в нашем телеграм-канале. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.
Во вторник, 16 апреля, ночью температура по области составит от минус 6 до минус 3. Днем в Мурманске и Североморске минус 3. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду, облачно с прояснениями. В Никеле и Мончегорске минус 4, в Апатитах и Ковдоре 3 градуса ниже 0. В Кандавакше и Полярных Зорях 2 градуса со знаком минус.